пока еще никого нет. Здравствуйте. Так, немножечко собираемся, время на сборы. Буквально несколько секундочек. Эфир, конечно же, будет в записи. Впрочем, как всегда, для тех, кто работает и не может сейчас к нам присоединиться. Я представлю, зовут меня Людмила Пустовойтенко. Я инструктор по педикюру в учебном центре Эми Ростов. Всех приветствую, здравствуйте. Тема у нас сегодня очень интересная и долгожданная. Это презентация гель-лаков однофазных педикюрных баз. Сейчас я их все возьму в ручку. Они такие прикольные, классные. Так, все самые топовые цвета здесь собраны. На лето это просто будет бомба. Вот они. Вот, о чем мы сейчас будем разговаривать? Ну, немного поговорим вначале о том, что из себя представляют однофазные гель-лаки. Плюсы однофазных гель-лаков в нашей работе. Ну и, конечно же, особенности, да, в работе с однофазной системой. Спасибо за сердечки. Как меня слышно, как меня видно? Немножечко реакции дайте. Плюсики, пальчики, сердечки. Так, ну что, что хотелось бы сказать? Буду уже начинать немножечко болтать. Спасибо, спасибо. Что же из себя представляет однофазная система гель-лаковая? Да? Это покрытие для натуральных ногтей. Это комбинированная система, которая содержит в себе базу, топ и пигмент гель-лака. Конечно же, это структура, которая не утяжеляет натуральную ногтевую пластину, поэтому она идеально подходит для покрытия в педикюре. Мы все знаем прекрасно, как покрытие трехфазное может влиять на ногтевую пластину. Конечно, это может привести к тому, что толщина может увеличиться. При снятии фрезами очень часто затрагивается натуральный ноготь. Соответственно, это может привести к истончению в будущем, да, и со временем. И, конечно же, это может привести к онихолизисам, к различным, опять же, травмам, к деформациям. Это легкосъемная система, соответственно, она очень удобна для растворения с жидкостью, что очень значительно, конечно же, и, ну, будем это называть так, положительно будет сказываться на ногтевой пластине, структуре ногтя натурального, да, у нашего клиента. Вот. За счет того, что вот вы мало слоев, да, однофазной системы покрываете натуральный ноготь, конечно же, ноготь будет смотреться эстетично, аккуратно, ну и, соответственно, то есть носиться будет так же долговременно, как и трехфазная система. Вот. 6 цветов у нас представлено. Ну, я их более подробно, наверное, покажу, чтобы их прям хорошо по цветам было видно, когда мы перейдем к нанесению. А, сюрприз. Это эфир практика. Я вам сейчас покажу, как наносить. Вот. Но из плюсов еще хотелось бы что подытожить. Конечно же, помимо аккуратности внешнего вида, помимо того, что однофазные системы наносятся очень тонко и не утяжеляют ноготь, да, то есть для профилактики онихолизисов, конечно, это идеально и для тех, кто любит сам себе покрывать, да, то есть не надо наносить базу, не надо наносить там топ, то есть два слоя покрыл, отличное долговременное, там, до двух, от двух недель, да, покрытие. Так, что у нас еще? Конечно, вот кто никогда не покрывал гель-лаком ногти, да, как вот на руках, так и на ногах, в принципе, на руки тоже можно, не только на ноги покрывать. Вот, кто хочет познакомиться, допустим, с гель-лаковой системой, то есть можно начинать знакомство именно с однофазных гелей.
Вот, то есть, чтобы понять, что за консистенция у материала, как вот наносить, да. То есть от легкого к сложному, да, то есть можно именно с однофазной системы, то есть постепенно переходить на трехфазную, то есть, ну, опять же, при желании. А там, если посмотреть, то, в принципе, может, как бы пойдет все, да, то есть и однофазник станет вашим любимчиком. Вот. Так, кому больше всего подходит однофазная система? Конечно, она больше подходит для клиентов, у которых очень плотная ногтевая пластина, крепкая ногтевая пластина, и трехфазные системы очень часто эти ногти очень сильно утяжеляют. И, конечно, бесконечные опилы, спиливание, да, то есть материала и корректировки, допустим, там, утолщений, ногти могут привести к истончению, на самом деле, разрушению. Вот. Поэтому однофазная система для крепких ногтей, то есть это как раз-таки тот вариант выхода, да, то есть когда ноготь и будет эстетично смотреться, да, то есть и не будет смотреться слишком толсто. Ну и, конечно, в обуви такой материал мешать не будет, потому что, опять же, то есть тонко наносится, да, то есть без каких-либо наслоений, да, то есть многослойных. Так, что еще? Конечно же, это очень экономичная система, потому что, опять же, если мастер, допустим, покрывает трехфазной системой, то есть нам нужно приобрести базу, нам нужно приобрести там праймер, допустим, да, топ нужно приобрести. Вот, однофазная система, то есть обезжирил ноготок, да, нанес систему там в один, в два слоя, в зависимости, опять же, от пигмента геля. Конечно же, то есть вы уже наслоение сами регулируете, контролируете, да, то есть подстраиваете. Вот. Так, что еще хотелось бы сказать? Ну, в принципе, много очень плюсов, да, я наговорила, я думаю, что вполне достаточно, да. Так, момент по особенности нанесения, то есть это жидкая система. Она не густая, соответственно, то есть наносить, конечно, нужно аккуратно, тонко, равномерно распределяя, потому что, конечно, есть вероятность, что именно вот эта структура жидкая, да, она может, конечно, начать течь. Вот, поэтому не стремитесь сразу с первого мазка, да, добиться какой-то плотности, то есть постепенно ее доводите. То есть вы можете что сделать? Тоненьким слоем нанести, допустим, небольшую капельку добавить, распределить, посушить. Не хватает вам пигмента итогового, да, нанесите тонкий второй слой, то есть у вас будет завершено красивое покрытие. Что касательно, допустим, укреплений или выравниваний поверхности, не предназначена однофазная система к удлинению, к выравниванию, к укреплению, то есть это чистый декор, быстро. Поэтому если вы хотите экономить на времени, да, в процедуре именно покрытия, то есть это для вас. Вот. Поэтому, конечно, то есть однофазник, то есть он позволяет нам, да, то есть по времени очень даже корректироваться в плюс себе. Так, что еще хотелось бы сказать? Ну, конечно, здесь момент, допустим, в дизайнах, да, то есть однофазники для дизайнов, ну, в любом случае, да, то есть они будут как цвет, уже декор. А если вы захотите какие-то нанести там наклеечки там и прочее, ну, в любом случае, то есть придется обратиться все-таки к топам, да, то есть которые, на которые фиксируется, допустим, там слайдер-топ, да, то есть для слайдеров, или теклас-топ для там шармикон или втирок. То есть, ну, в любом случае, здесь уже вы работаете как вот с трехфазником, только без базы. Ну, то есть вот такой вот момент. Вот, ну что, поговорили немного, теперь можно переходить к практике. Сейчас я немножечко времени потрачу для того, чтобы подстроить камеру на модель. Так, поставим сейчас ножку. Модель мы уже подготовили заранее, обработали пальчики. Вот, но что касательно подготовки ногтей к покрытию, все то же самое, как и трехфазная система. То есть мы делаем вначале педикюр, мы вычищаем пазухи, у нас все должно быть гладенько и чистенько, ногтевая пластинка должна быть отшлифована, да, обезжирена,
При желании, если вы переживаете, что материал может отслоиться, я никогда не наношу ни под базы, ни под однофазники ультрабонд. Я сразу на обезжиренную, отшлифованную поверхность наношу систему. Но так работаю я. Вы вправе делать так, как вы привыкли. Поэтому, если вам очень хочется нанести ультрабонд, наносите. Если у вас такого желания не возникало никогда, ну, значит, оставляйте по-прежнему, как и было. Вот. Поэтому наша ногтевая пластина полностью подготовлена. Мы будем потрясающий цвет сейчас наносить. Номер 3. Такой он красивый. Сейчас сюрприз для вас будет. Вот. Соответственно, что мы сделаем? Мы просто обезжирим сейчас ноготочек и, собственно, сразу перейдем к покрытию. Так, пока мы перестраиваем камеру. Ты вначале ее разверни, а потом мы переведем на ноготочки. Как видно, дайте немножечко реакции. Так, сейчас немножечко подстроимся. Угу, так. Ну, я думаю, что прекрасно видно. Так, цвета я обещала показать, как выглядят. Обратите внимание. Оранжевый 0,05, light blue 0,02, blue 0,03. Вот, кстати, blue мы сегодня будем покрывать. Он такой глубокий, можно сказать. С чем его можно сравнить? Наверное, с лавандой. То есть очень такой цвет насыщенный. Оттенки лета. Оттенки лета. Вот, ну вот кто любит смелые, яркие, выразительные оттенки. Оранжевый. Оранжевый. Так. Так, white белый, yellow 006 и pink. Угу. То есть самые-самые яркие, самые топовые цвета. Сочные. Так. Класс. Так, ну я думаю, что белый все знают прекрасно, как он выглядит, да? Так, обезжириваем ногтевую пластину. Так, обезжириваем ногтевую пластину. Есть. Так как у нас кожа достаточно сухая, ноготочек достаточно крепкий и сухой, nail prep можно не наносить. Но опять же, вот если ногтевая пластинка влажная, кожа влажная, да, то есть ноготочек, допустим, был в контакте с ремувером, да, то есть или с водой, желательно, конечно, что сделать? То есть обезжирить, нанести nail prep. Если вы переживаете, что будет слабое сцепление материала с ногтевой пластиной, можете также тонко нанести ультрабонд. Но опять же, повторюсь, это не обязательно. На ногах все системы держатся лучше, чем на руках. Ну, так уж получилось. Так, нанесение. Смотрите, я вам говорила уже о том, что сама система, да, однофазника, она нельзя сказать, что она очень густая. То есть она умеренно густая.
Поэтому, конечно, из-за вероятности, что при нанесении, да, то есть очень густой, да, то есть капли, вот когда вы распределяете по ногтю, может случиться так, что он начнет течь, распределяться, да, быстро. Поэтому перестраховывайтесь, конечно, то есть первый слой должен быть тонкий. То есть при необходимости вы всегда можете добавить дополнительный слой для насыщения цветом. Так. С кисточки, смотрите, практически все излишки убрала. То есть никаких лишних капель у меня нет. Так, лампа готова. Так, с большого пальчика я начинаю. То есть как обычно, в принципе, как привыкли наносить. То есть мазочек по центру, двигаемся кисточкой, чуть нажимая на нее, чтобы она раскрывалась и распределяла нам материал. Вначале видимую часть ноготочка покрываем, а затем допокрываем периметр ногтевой пластинки. То есть более медленно, более точно проходим около складочек. Вы уже видите, что наносится он очень комфортно, очень удобно и не течет. Но опять же, излишки, конечно, старайтесь, да, то есть сразу же убирайте во флакончик. Посмотрите, прекрасно наносится. Сейчас немножечко доведем поближе к кутикуле. Прокроем внутри. Так. Пальчик поворачиваем. То есть мне даже не нужно тоненькую кисточку брать. Кисточка очень удобная, кругленькая, плоская. Смотрите, наносится здорово. Проплешинок нет. То есть первый слой лег просто идеально. Я его немножечко прификсирую. Это уже моя такая привычка. По 10 секунд фиксировать. Так, Татьяна, вижу ваше сообщение. Чтобы снять покрытие, его достаточно просто размочить. Смотрите, легкая съемная система. Это значит, что гель-лак, конечно же, предназначен больше именно в снятии в системе растворения. Но для того, чтобы его растворить, верхний слой немножечко все-таки следует запилить. Но не снимая полностью, конечно. То есть немножечко вы его расцарапали, тогда проникать жидкость будет намного быстрее. Снимается он в течение 10 минут. То есть вы первую ножку можете, допустим, запилить, завернуть. Пока вы вторую запиливаете, заворачиваете, у вас уже первая ножка полностью растворилась. Пока вы счистили, у вас уже время подошло ко второй ножке. Вот, поэтому, в принципе, снятие не будет занимать очень много времени. Намного больше времени будет занимать именно сам опил при снятии трехфазной системы. Поэтому, конечно, то есть они очень выгодны и по времени, и по времени нанесению. Ну, то есть, если мастер, допустим, этот вопрос очень заботит. Меня, например, этот вопрос заботит. Моих учеников этот вопрос заботит. Поэтому, конечно, то есть, когда стал вопрос о выпуске подобной серии, да, то есть все были очень рады. Так, сушим в течение 2 минут. У меня таймер на 60 секунд, поэтому я его дважды... Красивый цвет, да, да, это точно. Так. Сушим. В принципе, с одного слоя получается очень красивый, очень насыщенный, ну, скажем так, пигмент, они достаточно яркие, поэтому может показаться, что одного слоя достаточно. Не забывайте, однофазная система, то есть это очень тонкая. Носиться такая система в один слой будет, ну, крайне недолго. Ну, то есть там не, буквально там пару недель. И как бы она начнет отходить. Поэтому для того, чтобы это все-таки задержалось надолго, конечно же, наносите лучше в два слоя. Так, следующий момент. Второй слой. Второй слой. Точно так же, то есть небольшое количество. Там буквально пропитали кисточку.
да, то есть не даст немного, немного. Так, чтобы хорошо было видно. Угу. Опять распределяем. Распределяем. Как по маслу идет. Потрясающе. Так. Нет никаких бороздочек лишних. Нет никаких комочков. Ложится просто идеально. Супер. Так. Толщина, обратите внимание. Ее просто нет. Аккуратно нанесение. Так. Ну и сразу можно пойти по второму. По второму. Так, чуть-чуть. Не хватает уже на кисточке, доберем. Сушим. Светлана, отвечаю на ваш вопрос. Да, это педикюрные базы. Ну, при желании, конечно, можно и на руки нанести. То есть, если ногтевая пластина крепкая, плотная, я думаю, что держаться будет замечательно. Вот. Но изначальный запрос для таких баз был именно от мастеров педикюра, потому что, конечно, многие озадачены вопросом, как победить онихолизис, как сделать так, чтобы клиенты могли позволить себе покрытие долговременное в сезон закрытой обуви. Конечно, то есть это как раз-таки тот вариант, который позволяет нам закрыть этих два основных вопроса. Чтобы в обуви не давило, чтобы не провоцировало онихолизисы, деформации, так как чаще всего именно трехфазная система, то есть может такую проблему сформировать. Вот. Поэтому, конечно, то есть для педикюра это просто находка. Но при желании, опять же, можно, конечно, и на руки нанести. Но здесь как бы момент, да, то есть нужно нанести, посмотреть, как оно, что оно. И, соответственно, то есть дальше уже... Ну, понятное дело, что это не для всех будет. Опять же, на крепких ногтях держаться будет отлично. Что касательно тонких, допустим, ногтей, слоящихся, мягких ногтей, такая система будет неподходящая. То есть она, конечно же, не имеет такой сильной сцепки, как, допустим, трехфазные системы. То есть это база, да? Соответственно, цвет и топ, то есть они дают, да, как раз-таки для мягких тонких ногтей именно ту силу, ту крепость, которую ногтям не достает. Соответственно, если вы будете тонкую систему, да, а однофазный, получается, гель – это будет тонкая система, да, посмотрите, то есть никакой вообще тяжести нет. Все очень тоненько, да, то есть никаких лишних бугров нет, то есть лег просто идеально, равномерно, гладко, то есть вообще не проблемно. Вот, поэтому, конечно, если клиент страдает, допустим, таким недостатком, да, то есть качество ногтевой пластины, то есть такое природное явление, да, генетическое, вот, соответственно, то есть эта система не для... Вот. А для, опять же, то есть нормальных ногтей, плотных ногтей, ногти, которые чаще всего, допустим, там крутятся, вдавливаются и беспокоят клиента даже в обуви. И чаще всего такие клиенты, они хотят покрыть, но они знают, что насколько это будет дискомфортно в обуви, то есть они от покрытия в сезон закрытой обуви отказываются.
И у меня есть такие клиенты, и, конечно, то есть я ждала, когда выйдет эта серия, для того, чтобы закрыть этот вопрос и дать своему клиенту то, что он хочет, но не мог получить. Вот. Пожалуйста. Ну, в принципе, обратите внимание на время, да, сколько по времени мы потратили на покрытие. То есть очень мало. Несколько минут. Вот, поэтому, конечно, то есть в плане именно экономичности нанесения данной системы, то есть это, конечно, супер. Так, еще раз продемонстрирую вам флакончики. Номера. Шесть потрясающих летних, ярких, сочных цветов. Подожду еще немножечко вопросиков от вас. Не стесняйтесь, задавайте. Да, он без липкого слоя. А блестит, как вы видите. То есть даже лампа отражается вот просто. Глянцевый глянец. Вот я перчаткой тру, и блеск никуда не проходит. Конечно, в реале не передать того блеска, который вижу я. Вот, но я думаю, что в принципе для вас тоже, да, то есть отличный показатель. То есть когда, да, вот такой вот. Вот он, мокренький блеск. Ничего обезжиривать не надо, да, Светлана? Хорошая ножка, это комплимент для модели. Так. На слабые ногти, ну, здесь вариант такой, что на слабые ногти лучше использовать трехфазную систему. Эльвира, это ответ для вашего вопроса. Вот, поэтому если у вашего клиента очень слабая ногтевая пластина, мягкая, ломкая, хрупкая, да, в этом случае, то есть я рекомендую все-таки обращаться к трехфазной системе, потому что однофазная система для именно носибельности длительного ношения, то есть она не подойдет. Блеск отличный, да. Нет, это не набор, их можно приобретать по именно цвету, как вот вам нравится, по отдельности. Эти же цвета вы можете и в трехфазной системе использовать, то есть, ну, именно как цвет, то есть на базу, под топ, ну, то есть это вот по вашему желанию, особенно вот если мы говорим о хрупких ногтях, да, то есть в этом плане, то есть если вам цвет понравился, то есть вы его свободно можете нанести на ту базу, с которой вы работаете, да, то есть либо на бейс-гель, либо на педикюрную базу, вот, но если ноготь крепкий, плотный, да, соответственно, то есть наносите сразу на обезжиренную ногтевую пластину, то есть предварительно подготовленную под гель-лак. Так, почему образуется подногтевая мозоль на большом пальце? То есть чаще всего проблема связана с узкой обувью, с, опять же, плотными ногтями, широкими, крупными, давящими углами, либо неправильно обработанными боковыми сторонами ногтя. Ну, причин очень много, на самом деле, может быть. Какая у вас причина? Почему? Как вы думаете? Так, а на ручке есть ли укрепление жестким гелем? Как цвет использовать можно на ручке? То есть если вам цвет понравился из этой линейки, то есть вы его можете использовать на предварительно замоделированные ногтевые пластины, да, вот если этот жесткий гель, допустим, да, именно как цвет. Так, ну что, спасибо вам всем за внимание. На себя переведу.
Спасибо вам за внимание, спасибо, что уделили время эфиру, задавали вопросы, все это замечательно и здорово. Пишите в директ, кто не успел задать вопрос. Я с вами прощаюсь, до встречи. Не помню, как отключается. Просто сюда? Ага.